In the midst of Russia's war in Ukraine and increased Western sanctions, Russian President Vladimir Putin is in China for talks aimed at strengthening trade between the two countries. Putin met with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of a trade forum. Xi told Putin that trade between China and Russia has reached an historic high, and they've maintained close and effective strategic coordination, adding that China and Russia are moving towards a joint target of $200 billion in bilateral trade. Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется, но что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет, это просто продлевает агонию. Вот они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть, результата нет. Так же, как было на Запорожском, на других направлениях. Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Вот плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит. Все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую. Но по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал».